На Абрамысе открыли сопки спорта. Заниматься здесь может не только молодежь до 35 лет, но и участники специальной военной операции, независимо от возраста. Новое пространство сопки спорта открыли для жителей Абрамыса. Егор Шестов одним из первых посетил зал и поделился своими впечатлениями от площадки. Да, зал очень хороший. Хорошо, что очень доступный. Большое количество разных тренажеров. Егор занимается дзюдо, поэтому ему важно тренировать выносливость и силу. В пространстве есть все для того, чтобы подготовиться к тренировкам по любым видам спорта. Много новых тренажеров, таких как, вот, например, отведение бедра в тренажере. Такого я никогда еще не видел. В целом обширный спектр тренажеров на все группы мышц присутствует. То есть начиная кардиозоны, заканчивая свободными весами, которые вот представлены в виде скамьи для жима лежа. Важно и то, что сопки спорт находятся в точке притяжения жителей микрорайона в Доме культуры Первомайского округа на Абрамысе. Для всех наших посетителей есть комфортные раздевалки с удобными скамейками и шкафчиками, которые запираются на ключ. Есть, естественно, санузел и даже душевые, в которых после активной тренировки можно будет принять освежающий душ. Помещение оборудовано вентиляцией, система видеонаблюдениями, что позволяет комфортно находиться без духоты и проводить свою тренировку. В 2024 году в Мурманске будут созданы 6 таких пространств, в которых установят беговые дорожки, вело, а также 9 других видов тренажеров на все группы мышц, комплекты для жима и в том числе стойки с наборами гантелей.